Всем привет, с вами Ёжик, и сегодня у нас награды за Уикенд-лигу, и ура, как же мы это любим в период тотсов, потому что, ну, глаза у нас, конечно же, капец как горят, шансы высоки поймать что-то хорошее, и в красных тотсах особенно, да, непродаваемых, потому что в продаваемых тут уже как пойдет, а вот на выбор-то нам дают хорошие карточки, как показала АПЛ, я надеюсь, что сейчас эта серия продолжится. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1Х, которая ждет ваших прогнозов на Бундеслигу, она возвращается. Футбол возвращается уже в эти выходные. Вот-вот на днях будет футбольчик. И если что, высокий коэффициент и быстрые выплаты и надежность ждут вас. Ссылочку оставляю в закрепленном комментарии. К сожалению, всего лишь Элита 2. В неудачное время заходила играть в Уикенд Лигу в эти выходные, когда мы сражались за Тотсы Ла Лиги. И все потому, что я больше старался ментально, психологически и вообще всячески подготовить себя к Лиге по рематче и туда подойти на своем максимуме, а ВЛ уже как пойдет, так пойдет. И, в принципе, не зря, как оказалось, все нарезочки с этих матчей с сумасшедшим призовым фондом у меня на YouTube-канале. Ну, а сейчас мы получаем 100 тысяч монет, пак за 100к, который вообще меня не интересует, я там ни на что не надеюсь. А вот пак с продаваемыми тотсами тремя, это, конечно, надежда на что-то хорошенькое в одном паке, почему бы нет. Но самое главное, подождите... Самое главное, это тотсы на выбор. А где они, бля? Я перезайду в Ultimate Team, но мне не дали тотсов, эй. Что за херня? Да, я читаю в Твиттере, не я один такой счастливчик, почему-то не дают красные тотсы. Кому-то дали, успели, кому-то нет. Тупо теперь ждать, хер знает, когда их дадут. Открываем пак за 100к, а тут без волкаута. EA Sports. Там флаг был, да? Ну и хер с ним, но волкаута ж нет. Это был Серегу. И Фалькауэр, и Лельбиоль. Ну и пак с тремя тотсами. Давайте сюда Месси, я вам прощаю то, что вы там загнались с красными непродаваемыми карточками. Что здесь у нас? Франция. Варан. Варан. Хорош, Рафаэль Варан, ребятки, хо-хо, сюда, это же 1 400 000 должен быть, иди сюда. Стремно, что ты, конечно, играешь, ты такой не настолько пластичный, как здесь, ты выпендриваешься, на поле ты деревянный, капец. Но Рафаэль Варан, который продается сюда, хорош, вот это я понимаю, это реально лайкосик Варан, да, вот это реально... Везение, потому что у меня лишь один такой пак был, там же могли всякие напихаться, любые вратари, какие-то непонятные защитнички, фланговые или что-то такое. А внутри еще что? А внутри еще Карвахаль, классно, и Одегар. Карвахаль это тоже должно быть 1300, если я не ошибаюсь. А ну посмотрим, сколько стоит сейчас Одегар, 200 тысяч, да? Рафаэль Варан, 1 400. Хорош. Замечательно. Это получается, что в данном паке, грубо говоря, 2 миллиона, да? Ну так, если Варана за 1,5 брать, этого за 200, этого за 300. Офигенно. Просто офигенно, да. А мой специальный промокод Ёжик принесет до 100 бонусных баксов для новых пользователей. 20 часов спустя я продолжаю открывать награды за Уикенд Лигу. И теперь ей дали мне красные тотсы. Да, спасибо за терпение. Ну давайте, мои красные тотсы, мои три красные карточки. Пожалуйста, порадуйте. Бля, о, Диего Карлос, хорош. Я увидел Одегарда и уже разочаровался, потому что я не хочу... получать вот этих Морейно, Одегардов, Диего Карлос. Это уже хотя бы что-то достойное, на что я рассчитывал. Теперь я не тороплюсь собирать Эдера Милитао, потому что прежде всего мы попробуем Диего Карлоса Сантоса Силву на позиции центрального защитника. Так что в ближайший ВЛ, буквально через несколько часов после этого видоса, вы уже сможете увидеть в прямом эфире. Добро пожаловать в клуб. Если по-скромному попросить, то я бы хотел Карвахаля получить, потому что у меня есть продаваемый, я бы монетки еще выручил. Терштегена хотел бы, возможно, круто было бы. Или хотя бы Облако какого-то тоже можно было бы попробовать, потому что многие из вас нахваливали его в комментариях. Ну вот этого я не хочу. Есть левый защитник, Юрий Берчиче. Ну хотя бы вратаря красного, красиво бы пошел в мой составчик. Ну,
Терштеген! Yes! И Гризман, нахер мне не нужен Терштеген, а я себе хочу взять. Спасибо. По красоте. Но на всякий случай я посмотрю еще на стоимость Гризмана. Просто так, чтобы понимать, сколько Гризи стоит. 885 тысяч Гризи. Ничего себе. Но поймите меня правильно. Нафига мне Гризман, если он играть не будет? У меня там есть на этой позиции Сон. Есть Филипп Андерсон замечательный. Есть и Рашфорд тоже вылетел мне за сборку. Кстати, можно еще собрать сборочку рандомную на тот целой лиге. Хотя нахер надо, лучше уже Милитао собирать, если что-то собирать. Я хотел Терштегена и беру Терштегена. Дают, бери. Нафига мне Гризман, нафиг не нужен. Де Йонга, если бы я вдруг чудом получил, вот это было бы, кстати, тоже хорошо, потому что я бы выручил миллиончик за того Тоти, который у меня есть в составе. Но по монетку у меня и так более-менее все симпатично. 2 миллиона 745 тысяч. Плюс еще есть продаваемые карточки. Там тот же Трент Александр Арнольд, я его еще не продал. В общем, 3 миллиона плюс у меня есть в клубе. Можно будет подумать на потом, что делать. В целом, награды получились просто офигенными. Потому что, о, Феррейру еще можно продать. Потому что я получил монетками, там, чисто за пак, почти 2 миллиона. Красными тотцами я получил Терштегена, которого хотелось. Я получил Диего Карлоса, вместе с которым будет очень интересно поиграть, а вдруг он понравится и будет круто. Посмотрим на это. В общем, красиво. Скорее всего, в ближайшей Weekend League мой составчик будет выглядеть именно таким вот образом. По крайней мере, на первые матчи так 10. Чтобы попробовать в деле Диего Карлоса и на Терштегена заодно посмотреть. Ну и Роберто Карлос тут будет закрывать линк. Оптимус собрать не хочу, потому что там аж 1 200 000 300 000 для флангового защитника. Ну это полный зашпар. 700 тысяч тоже дорого, но учитывая нынешнюю ситуацию с вообще общей стоимостью состава, я думаю, ничего страшного, если 700к отдадим на фланговый защитник. Это мы можем. На сегодня все. Благодарю вас за внимание. Если видосик понравился, мои награды вам понравились, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам выпало. Возможно, кому-то там красный тот с Месси влетел, а? Увидимся совсем скоро. До встречи и всего хорошего.